Друзья, всем привет! Обзор из Fixed Price на Калантай 24, город Санкт-Петербург. Сегодня начнем с отдела одежды. Появились вот такие классные свитшоты для девочек. Стоят 249 рублей. Они с начесом, чуть утепленные. Снизу резинка, манжет. Сделаны в Кыргызстане. Размеры небольшие на дошкольников. И это 100% хлопок. Расцветок очень много. Приятные такие цвета, не яркие. Цена 249. И еще новые свитшоты. Они уж без начеса. Посмотрите, какая ткань. Петелька внутри. Внизу также идет резинка, манжетики. И спереди вот такие блестки. 249 рублей. Также можно купить яркие штанишки. Они по 199 рублей. Написано «Супербой» для мальчиков, видимо, но я думаю, девочкам подойдут. Также Кыргызстан и хлопок. Переходим в отдел с посудой. За 77 рублей появились сахарницы небольшие с крышкой. Диаметр 12 сантиметров. Это Паша Бахчем. Сделаны они в России по турецкой лицензии. Состав натрий, кальций, силикатное стекло. Сделано очень аккуратно. Рисунок снаружи. Кроме сахара можно и варенье положить, и мед, конфетки. Посмотрим, что еще есть тут интересного. Масленки по 199, мельнички 199, они из дерева. Кстати, если вы уже покупали, напишите, пожалуйста, как они вам по качеству, нравятся или нет. Новые контейнеры стеклянные, 340 мл, остались только круглые, зеленые с розовой крышкой. Цены нет, наверное, 149 рублей. Появилась новая серия посуды, вот такой огромный салатник за 149 рублей. Его объем 2 литра 620 миллилитров. Производит Россия. Симпатично смотрится. Рисунок также снаружи. Такие же есть салатники поменьше. У них объем уже 950 миллилитров. И называется суповая тарелка. Цены нет, но я думаю 99 рублей. И маленький салатник 12 сантиметров. Стоит 55 рублей. И вот так вот они вместе смотрятся. 50 рублей небольшие пиалы из опалового стекла, 290 миллилитров. Чайные блюдца с розочками, симпатичные. Диаметр 14, это стекло. А рядом новые блюдца по 77, показывала вам их. 16 сантиметров диаметр, это фаянс, к ним еще есть такие же чашки. Из последних новинок стеклянные стаканчики по 55 рублей. Смотрите, у них разный рисунок. Тут цветочки и бабочки. И есть еще вот с такими веточками, с листиками. Тоже симпатичный, такой изящный рисунок. 55 рублей, 230 миллилитров. Аналогичные есть низкие. Рисунок такой же. 250 миллилитров, 55 рублей они. За 99 рублей можно купить большую стеклянную кружку на 500 миллилитров. 55 рублей пиалы из опалового стекла. Мне кажется, новый рисунок появился. Объем 420 миллилитров. А вот этот вот зеленый сиреневым уже был ранее. Есть все еще в продаже тарелки. Недавние новинки. Это с таким рисунком. 77 рублей они. Диаметр 19 сантиметров. Это фаянс. Все еще в продаже мерные стаканчики по 77, достаточно их много, не разобрали. И вот новые кружки появились. Смотрите, темно-синий, насыщенный цвет, 400 миллилитров, а внутри они белые. Цены нет, я думаю, 99, как соседние, вот эти тоже новенькие. Симпатичные по 77 показывала, маленькие чашки по 77, а рядом вот такие белые. Тоже новинка 400 миллилитров. Это фаянс и, наверное, 55 будут стоить. А вот еще красивые 77. В отделе с продуктами, там где крупы, макароны, появились красители для яиц. Полноценного стенда к Пасхе тут пока что нету. Нашла кашу гречневую, 11 рублей. Каша в сливочном соусе, быстрого приготовления. Смотрите состав, как приготовить. Масса 40 грамм.
50 рублей красители пищевые, 50 рублей смесь для выпечки кекса с изюмом. Появились новые кабели USB, они с функцией передачи данных и зарядки. Длина кабеля 100 сантиметров. Расцветки разные. Давно не видела, снова привезли. Увеличительное стекло с подсветкой 99 рублей стоит. Пятикратное увеличение. Смотрите, тут лампочки по кругу идут. Отлично подходит для чтения и для работы с мелкими предметами. Работает от двух батареек, световой поток 250 люменов. $299 мини-вентилятор с кабелем USB. Длина кабеля 85 сантиметров. У вентилятора регулируется угол наклона. Также они бывают разного цвета. Если вы не знаете, то фикс прайс можно купить бахилы 50 штук за 50 рублей. $99 чистящее средство пена для обуви, для разных кожных изделий. Кстати, вот слышала негативные отзывы. Друзья, если вы брали, напишите, как вам. Покажу дальше книжки, которые тут есть. $77 кондиционер для белья. Тут литр 400. Это аромат пробуждения весны. И есть в синей упаковке. Это цветочное искушение. $55 велор. Это средство для стирки цветных тканей с защитой от окрашивания. Подойдет для ручной и машинной стирки. Масса 1000 грамм. Также есть велор для стирки детского белья. Он полностью выполаскивается и устраняет неприятные запахи. $77 гель для стирки мультиактив, универсальный, со сменой аромата. Литр 400. А такой можно купить за 55 рублей. Тут литр 200. $55 гель для стирки от Сорти. Выглядит как средство для мытья посуды. Чистота и мягкость, арома магнолия. 55 рублей 650 миллилитров. И покажу, какие еще средства для стирки есть. По 99 рублей Tide, Биал, Окси. Есть Персил за 199. Солнцезащитные очки фикс прайс теперь стоят 149 рублей. А выбор становится все больше и больше. На входе заметила вот такие кружки интересные. Смотрите, прямоугольная ручка у них. 77 рублей 350 миллилитров. Это фарфор. Кстати, видела вот такие светильники в магазине Оби. Там продаются они по 2 штучки. Цена в районе 500 рублей. Сняла обзор, покажу вам позже. Также тут можно купить вот такие пакеты с зип-замком от Фрикенбок. 10 штук на 1,5 литра. Удобно замораживать, что-то хранить в них, также перевозить. 99 рублей новые спортивные носочки. Очень много расцветок. Они упрочненные, это не хлопок. Но для спорта они всегда из синтетики. Также привезли салфетки на стол черного цвета, размер 45 на 30 сантиметров. Цена салфеток 55 рублей.